История металлургии – это не история столетия 21-го. Не въехали – въезжаем. Машины давно и далеко не те, что были в 1995-м и ранее. Все гниет и гниет быстро. Металлургия довольно часто меняется пластиком, но она нужна. Вот об этой истории мы сегодня и поговорим. Итак, давайте все-таки обратимся к смыслу событий нашей жизни. То есть в свое время металлургический комбинат использовал не так уж много металлолома. То есть в свое время, когда Министерство путей сообщений давало ему эту возможность, мы очень хорошо все это дело перерабатывали. И вы посмотрите на эти отвалы наши замечательные комбинатовские, да? То есть мы перерабатывали металл из земли. Сегодня, сейчас комбинат перерабатывает не совсем металл из земли, а примерно 70% это металлургический лом. И поэтому в связи с тем, что ценники в свое время МПС приподнял на доставочку, то у нас сейчас металла просто, по сути дела, нет никакого. Все забирается. Было время-то, когда я спокойненько испытывал и работал с велосипедом, наматывая различные такие штучки были. Прикольные, разные, естественно. Сегодня сейчас все это дело разбирается, и вопрос возникает, куда вы сможете принести этот самый лом. Я так считаю, что вот это хорошее местечко, это называется торговое место, локомотив, это получается чуть-чуть сзади локомотива, он там располагается, прямо здесь же, на вокзальной. Пересечение Шишка и вокзальная, и вот прямо вы сюда заходите и спокойненько здесь все это выдаете. Но маленький вопрос возникает, то есть почему автостоп? Сейчас объясню, почему автостоп. Дело в том, что, допустим, вернемся на круги своя и посмотрим замечательные, помните еще те каналы, которые сейчас уже заблокировали. Помните, да? То есть человек покупал, то есть были люди, которые брали гаражи. Вы не думаете, что только в России гаражи вам выдаются и просто так? Нет, в Америке они также выдаются гаражи. И везде, и всюду. То есть человек умер. Ну, потом у человека возникает вопрос, либо он продает ее целиком, и возникает там, допустим, ну, возможность у кого-то перекупить, либо он пытается все это дело выкинуть, выложить и уже продать отдельный гараж целиком. И, как правило, если он выкидывает все это дело, куда он выдает то, что в гараже находится? А в гаражах очень много полезных вещей-то находится. И домкраты, и дрели. Но он же не хочет, ему надо все это дело побыстрее продать. И он все это дело относит вот сюда. То есть мы сегодня покажем, как можно с умом взять то, что человек выкидывает. Где? В принципе, ясно. Все у паровоза. Это место было тогда, когда даже самого рынка-то и не было. Но скажем так, в присутствии металлоломов разных нам это более прельстительно. Бывают отличные барахолки, где вы что-то купите, и это прослужит и вам, и правнукам, и прапраправнукам. Но сюда приносят все, а специалист разбирает, и вы вправе купить себе то, что по велению судеб не будет никогда в наших магазинах. А зря. А вот это все столько, сколько мы пьем пиво. То есть город Магнитогорск очень хорошо пьет пиво, реально хорошо пьет пиво. Я не буду говорить, какое пиво он пьет, но пускай он хорошо пьет пиво. То есть вот за неделю, представляете, сколько этих пивных банок? Они уплющены, естественно. По-другому-то как? То бишь, если мы будем говорить про то, сколько город пьет пиво, это не будем говорить про то, что мы рекламируем пиво. Это абсолютно две разные вещи. Мы можем говорить, что мы выпиваем пиво примерно вот здесь на 200-250 килограмм вот этих маленьких бутылочек, которые вот разбираются, понимаете? То есть Магнитогорск так неплохо пьет пиво, естественно. Естественно, вы все это сюда привозите, и вопрос возникает, когда это все у вас забирают? Естественно, это очень серьезное ООО, и поэтому лучший вариант, когда вы принесете сюда тот товар, который, в общем-то, вам не нужен, да и вообще, то есть он будет стоить в действительности не сильно много, но в любом случае это иногда польза. То есть, допустим, если у вас в гараже есть очень серьезный такой, допустим, двигатель, который вы не знаете, куда давать,
и куда его девать-то в принципе. И возможно, что он уже, по сути дела, думаете вы, что он никакой. Принеся сюда, это будет дополнительный ваш бонус. И очень, кстати, неплохой. В общем, далеко не все то золото, что блестит. Часто за блеском скрывается коррозия. Часто ли ваш комбайн отправлялся на свалку, а? Часто ли ваша микроволновка гикалась вместе со стиралкой? Это я про ваши парные на запарные тачки молчу. Вы как покупатель. А покупателя дурят везде. Здесь вы берете то, чей ваш дед радовался. А будут радоваться и внуки, если вы дадите им знания. Так вот, оказывается, мы не просто сдаем все это дело, да? То есть у нас гаражи. Мы еще это все дело выкидываем. К слову о том, что мы это можем выкинуть. Но не всегда то, что мы говорим, это не нужно вам. Поверьте мне. Иногда те вещи случаются, что я не буду говорить. Но перед переборкой, у нас такая штука уже начинает существовать, да, дай бог. То есть ее же необходимо просто, может быть, рассортировать. Некоторые товарищи этим делом занимаются. К слову о том, что некоторые товарищи в других городах, в других странах, это очень интересные и высокооплачиваемые должности, то. Я был в Турции, когда я посмотрел, как там турки это все дело делают. То есть приезжает человек, у него такая тележечка, он тупо ходит, все это дело собирает, уже рассортировывает и потом все это дело продает. То есть он уже продает отдельно различный металл, он отдельно продает бумагу, он отдельно продает пластик, он отдельно продает все остальное. И это уже есть смысл событий. При этом есть те вещи, которые вам просто необходимы. Допустим, человек увидел велосипед. Ну, такие вещи тоже иногда случаются. Я ничего не буду говорить. Они выкидывают все это дело. Представляете? Ну, бывает. И когда вот это все дело сюда приходит, уже местный человек, он все это дело разбирает. И, в принципе, не всегда он может все это дело отправить на перевалку. Туда, где переваливает все это дело. Вы можете также прийти сюда, посмотреть то, что нужно для себя выбрать. И окажется, что вы можете для себя взять то, что, в принципе, стоит гораздо больше денег в магазине.